Привет всем, привет, друзья, подписчики. Продолжаем строить наш кемпер. Но по непредвиденным обстоятельствам свет в гараже отключили на несколько недель минимум. Случилась там какая-то авария. Поэтому в гараже работать теперь не получается. Но это лучшее время, чтобы доделать всякие там мелочи, типа матрасиков, каких-то чехлов, шторок, занавесок. Шить я не умею вообще. То есть, от слова вообще. И вот, потихонечку начал пробовать шить чехлы на матрасы. Так называемые на матрасники. Посмотрел в интернете, вроде ничего сложного, мешок и мешок. Вот. Сейчас покажу, что у меня получилось. Вчера я начал уже делать, сделал два чехла. Сегодня буду делать еще два, их как раз сниму. То есть у меня кровать здесь закладывается четырьмя матрасами. Двумя большими и двумя маленькими, которые складываются на скамейке, когда кровать сложена. Вот. Ну, в общем, сейчас покажу, что у меня получилось. В общем, для всех этих чехлов было куплено 9 погонных метров синей ткани. Ну, их было всего выбрано небольшой, синий, красный, либо белый цвета флага. Вот. Но мне пикап синий, поэтому пал выбор на синий. Это у нас боковая стенка будет матраса, вот это расстояние на припуск сантиметр. От этой собаки интересно все. Все абсолютно. Что тут делается? Да, Лор? Вот одна сторона вверх. Боковые бортики. Вот они, боковые бортики. И там тоже. А это верхняя часть, которая накроет. И вот эти вот сантиметровые полосочки, это для того, чтобы сшить эти все части. Вот, положил матрасик. Вот, я его положил, и он у меня вот так вот лежит на своем месте. Ну, это, соответственно, мы только нанизали, вот они, белые нитки торчат, вот, поэтому мы сейчас это все опять снимаем, и на машинке мы должны прострочить. Ну что, теперь надо, в общем-то, шить, я говорю, я сразу не умею. Как настраивать эти швейные машинки, это вообще отдельная история. Вот, я намучился. Вот. Ну, в общем, есть в интернете куча всяких роликов, как это настраивать. Вот. А сейчас мы что должны? Мы просто должны это все вот по вот этим белым ниткам пройтись и прошить. Все, потом вывернуть и готово. Конечно, не думал, что я теперь стану швеей и мотористкой еще. Видимо, концепция кемпера максимально дешевого предполагает и чехлы, и матрасы тоже своими руками.
Можно было, конечно, купить. Ну сколько оно бы стоило, да? Пару тысяч каждый матрасик, а у меня 4. Вроде как будто бы вот все хорошо. Ну, белые нитки, это потом мы срезаем и вытаскиваем, чтобы не мешались. Вот. Нормально, я считаю, для первого раза. Осталось молнии вшить. И, собственно, все на этом. Готовы чехлы. Оказалось, кстати, не так сложно. Я почему-то думал, что намного сложнее все это, путанее. Сложнее было разобраться с всякими этими шпульками, малюльками. Пока там все это настроишь, эту нитку, чтобы не рвалась. А когда настроил, оно пошло тр-пыр за полчаса. Короче, вот они чехлы. Вот. Получилось ровненько. Ну, где-то торчат белые нитки, но это все потом повынимаю. Ну вот. Сейчас мы их сложим в комнате, так как оно будет. В машину я их отвезу вечером, наверное, либо позже. Но, в общем, в любом случае, в машине они как лежат, мы сегодня не увидим. Все, на этом эта серия заканчивается. Шить оказалось не так сложно, как я думал. Поэтому тент для пикапа. Скорее всего, для этого кемпера я тоже буду шить сам. Не буду я заказывать никому, объяснять на пальцах там, где какие окошки, кармашки. Буду шить сам. Все, всем пока. Подписывайтесь.